Вылези! Что так долго? Что так долго вылазь? Он уже тебя за жопу цапнул. Опа! Опа! Куда прыгать-то? Куда прыгать-то? Во-во! Второй пришел, за жопу укусил! Я просто не вижу смысла даже заранее держать пистолеты, потому... Опа! Давайте с вами попробуем договориться. Во-первых, не смотри на меня. То есть, ебать, я могу спокойно здесь ходить? Очень хитрым способом. Ох, блядь! Опа! Ты сейчас тебя прищемит! Блять, я прищемила. Вечерочек, ты на канале Gunta Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть Tomb Raider Remastered. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Так, смотри, мы обсохли. У нас больше не капает. Мы, получается, на новой локации, на последней. Я так понимаю, их будет по 3 штуки. Или по 4 должно быть. Смотрим сразу. Наверх можно подняться. Я вижу, что можно быть наверху. Там по-любому что-то есть. Опа, крокодил кусается. А ты... А зачем ты залазишь сюда? Медведь не мог сюда залазить. Почему крокодил может? Я не ожидал от него. Такой крокодил и докрокодился. Пойдем. Вот наверху, там по-любому что-то будет полезное, что-то будет интересное. А еще можно вниз. Блин, вот самое что стрёмное, вот смотри, даже опять зайдем в этот компас. Тут опять 3 секретки и 23 предмета. 23, это ж ни хрена себе. 23 предмета. Они как они так раскиданы, что ты их... Так. Да пофигу, пойдем. Я так понял, что мы в любом случае... В любом случае будем попадать туда, куда нам нужно. По итогу. Так, я издалека. Обезьяна. Ага, назад, вперед. Да все, он уже труп. А ты можешь не в них перекаты делать? Ой, блядь, сейчас умрем. Они сейчас изнасилуют. Он сзади пристраивается. Блин. Да умри. Господи. Нас чуть не изнасиловали обезьяны. Какой кошмар. Так, все нормально. Теперь. Сюда мы пришли. Хорошо. Просто я вот чё... Я взял пистолет, я что-то слышал. Что-то где-то горит. Вот за это, по идее, мы должны потянуть. Видишь кольцо? Почему ты не тянешь за кольцо? Если видишь кольцо, за него надо тянуть. Что ты из меня дурачка делаешь? Вот тут я понял, надо запрыгнуть. Хорошо. Вот здесь не дурак, здесь все понимаю. Так, мы куда-то еще здесь можем запрыгнуть или нет? Там мужики борются. Ага. Так, опа. Нормально. Я совсем забываю про наше самое золотое правило этой игры. Сохранить. Дворец Мидаса, это если что. Если тебе это о чем-то скажет... Ага, я не буду так долго мучиться. Вот это, пожалуйста. Опа, есть. Так, нам можно туда наверх подняться, но я предпочитаю сначала сюда. Опа. Потом туда. Опа, а там что-то было. Так, еще раз. Сюда. Как бы так сделать? Там нужен был разбег. Вот там что-то лежит.
Да, там лежат патроны. Давай. Есть. Патроны есть, сейчас возьмем. И аптечка. Ну это же вообще шикарно, все для нас. Только оружия нету для аптечки. Красивый кадр. Так, теперь мы здесь сохраняемся. Оп, оп, есть. И получается, сколько мы предметов нашли? Он засчитывает аптечки. Два предмета мы нашли, да, то есть 23 чего-то здесь, здесь разбросано. Так, нам нужно. Мы не допрыгнем. А если я с разбегу... Ой-ой-ой, тихо-тихо. А если мы с разбегу... Ясно. Ладно, пофигу, побежали. То есть нам нужно пропрыгать по вот этим штукам. И мы куда-то придем. Просто раньше я боялся что-то такое делать. Я боялся куда-то не туда зайти. Куда-то потерять что-то, какие-то моменты. А тут видишь, тут в целом-то все спокойно. Ты все равно где-нибудь, но где нужно, окажешься. Поэтому я не считаю, что за это нужно как-то переживать, как-то волноваться. То есть мы вот спокойно прыгаем. Нормально все получается. Сейчас мы как раз гонимся. Как долетим. Сюда, теперь сюда. Тихо, нет, не туда. Не туда. Так, ладно, загружаемся. А, так, сюда. Потом сюда. Потом сюда. Потом сюда. Есть. Потом еще куда-то там можно дойти. Ой, тут... И тут прям нам сюда надо. Я услышал, что музыка пошла. Значит, нам сюда надо. А, внизу что-то есть. Я нажимаю. Так, нажимаю. Что-то происходит? Я ничего не вижу. Что ты крабиком ходишь? Так, теперь нам вот это. Ну, я все... Все пять опущу. Это что-то мне даст? Я опустил 5 штук. А прикинь, вон туда еще надо залазить каким-то образом. Выход. Ага. Ну вот, просто там я ничего не видел. Но, скорее всего, в таких местах может что-то быть. Хотя, абсолютно не факт. Абсолютно. Почему за кольца не тянешь? Вон, да, кольцо отдельно висело. За него можно было потянуть. Но туда мы не допрыгнем. Как бы ни хотелось, туда мы не допрыгнем. Хм... Зачем мы опустили эти все штуки, остается тоже загадкой. Для чего это было все сделано? Так. Ой, какой ужас. Я смотрю, и мне больно. В глазах рябит. Сюда. Нет, вот так, конечно, сразу приятней. А, давай сохранимся. Мы куда-то далеко убежали. Мне нужно сразу доставать оружие или нет? Что это было? Просто какие-то пустые загоны. Я ничего здесь не вижу абсолютно. Вот там, а там что должно быть? О, боже мой, что это? Опа, лев! Лев. Опа. Да иди ты в жопу. Сейчас я вас тут отстреляю всех, и нормально все будет. Лев, твоя очередь. Лень, ему вообще все равно. Куда побежал? Куда побежал? Все.
Где-то еще одна мартыха сидит. Сейчас я сохранюсь. Погоди, мартыха, я к тебе подойду. Так, где ты? Ага, что это? Ага, еще патроны. А нам дадут это оружие? Мне нужна эта пушка, я жду ее уже. Хрен его знает сколько. Ага, тут темнота. Окей. Тут нет ничего. Обходим здесь. Я тоже ничего не вижу. Вообще не понимаю, есть ли смысл забегать что-то смотреть. Мне вот интересно, а когда я записываю OBS, он мне сразу должен хорошую картинку показывать? Или он мне будет обо что показывать? Что он мне как будто делает качество хуже. Есть такое ощущение. Блин, я вроде выстраивал, чтобы было красиво все. Что ж, опачки, опачки. Тихо. Во, нормально. Тут самое главное занять высоту. Убегает. Ты посмотри на него. А, ты вот он лежишь, отдыхаешь. Отдыхай. Так. Это загоны, в которых сидят эти, значит, все дурачки. Все, да? В каждом загоне кто-то сидит. И что-то горит. Так, вот еще вещь. Ой! А, это звук летучих мышей! Ага, вот это то, что они там... А бы чем занимаются, это летучие мыши. Ага, так, хорошо. Я слышу еще обезьян. Они, скорее всего, над нами, вон там, наверху. Поэтому мы сейчас делаем вот так. По-хитрому. Оп-оп-оп, неожиданно вообще. Это тактика невероятная. Так, сюда. А почему ты сюда не запрыгиваешь? Ладно. Была плохая тактика, согласен. Сюда она тоже не запрыгнет. Просто скатывается. Хорошо. Но сюда, значит, вот туда она должна залезть. То есть удобно, что есть некоторые... И сюда не залезет. А как же мне залезть? А как же мне быть? Туда же можно. Просто меня что раздражает, что здесь есть какие-то такие моменты, что ты можешь залезть, но она их игнорирует. Максимально игнорирует. Вот, давай. Мы справимся, давай. Давай. Ладно, не получается. Ладно, пойдем обратно. То есть там у нас 5 открытых каких-то рычагов, которые ни на что не влияют. Какие-то загоны для львов-обезьян. Вот мы пришли обратно к нам. Давай пойдем теперь сюда. Сейчас только сохранимся. Так. Кто-то есть. Ага, так. А ты можешь стрелять назад? Так, нормально, стреляем, нормально. Тебе бы еще переключаться. Ай, между противниками. Да не догоняй меня. Да, блядь, зажал меня у колонны. А вот ты не можешь стрелять назад. Беги, отглядывайся и стреляй. Ой, как сложно. Так, кушаем аптечку. И бежим дальше.
Просто мне кажется, что мне немножко проседает FPS на записи. FPS. И это нехорошо. Если у тебя есть какие-то лайфхаки, как можно настроить качество на OBS, то можешь в комментариях об этом написать. Это будет очень-очень полезно. Потому что я вроде настраиваю, все вроде как нормально, а в итоге ненормально. Один день что-то нормально, а потом все идет через жопу. А, еще ребята. Все, бегу, блядь. Бегу на вас. Бегу. Бегу. Опа. Да ёб твою мать, что? Хорошо же шли. Блядь, ты можешь его как-то обойти, начать в него стрелять? Нормально. А прикинь, я прошел уровень. О, еще прибежала мартыха. И давай, стреляй ее издалека, давай. Отлично. Так, вот здесь точно что-то должно быть. Так. Включаем наше орлиное зрение. Стало еще хуже. Так. Нет, тут мы ничего не найдем. Кто здесь все время лазит? А, вот она ты. А ты откуда, мартыха, пришла? Откуда вы все приходите? Я не понимаю. Вас как-то слишком много. Откуда вы все приходите? По-любому можно куда-то залезть. Типа того, да? Нет, сюда она не залазит. Так, значит, я сохраняюсь еще раз. Так. Мы идем сюда. Если это будет конец... А, нет, не конец. Ага. Это что такое? Какие-то сады. Придонья. Ту-ру-ту-ту-ту. Это значит, что я просто не смотрю рекламу вообще. У меня все намешано. Все намешано, все перемешано в моей голове. Вот по-любому есть какие-то способы, что там наверху... Блять, не пугайте меня. Что там наверху что-то лежит. И каким-то хитро выебанным способом, какими-то, не знаю, закоулками... И впрочем, ты должен туда попасть. Ёб твою мать, зажал меня. Так, а ты можешь сюда не бегать? Нормально. Прям надо же было на него выбежать. Ну это же жесть. Так, загрузить. Это сохранить. Вот сюда. Все, есть. Побежали. Теперь нам в какие-то сады. Сейчас опять появится. Я, короче, у меня несколько видео записано. И я вот сейчас монтирую и вспоминаю то, что... во, прикол. Тут есть какой-то Пьер Дюпон. Вот он какой-то... Какой-то сука. И это он, ебучий волшебник, который нас преследует постоянно. То все? Еще есть? Не вижу пока никого. Дед, ты кого-то видишь? Он говорит, тоже никого не видит. Так, что должно... Вижу аптечку. Вижу аптечку. Внизу я не вижу ничего. О! Так лучше. Так, а можем мы как-то... Так, подойти. Ага, тут даже специально сделали вот это, чтобы мы разбежались. И схватились. О, там что-то еще должно быть. Ага, бери.
Что-то там лежит. А, это нельзя взять. Ну тут все, тут тупики. Тут нет ничего. Но зачем мне эта штука? Светит солнце. Сколько ты мне показываешь часов? Мне же не видно ничего. А тут и подавно не должно быть ничего видно. Значит, оно нам не нужно. Вот так вот влияет это все на геймплей. Как ты построишь локацию. Локация, акация. Давай, прыжок. Вот, видишь, тут она прыгает нормально. Она не... Что за музыка началась? Она не бьется обо что-то. То есть она нормально прыгает. Ладно, давай я сделаю погромче звуки. А то как-то очень тихо. Да. Мидас. Мидас. Ага. Мидас. Хорошо. Большая статуя. Я ее вижу. Ой. Ой. Нет, конечно, это круче. Но что нам с ней делать? Блин, я надеюсь, я сделал погромче, но музыка меня не заглушит. Так. И нам куда ему? На пятки надо? Нет. Мидас. Наверх просто мы не залезем. А я туда и не могу зайти. Так, а что же нам делать? На кой хер мы сюда пришли? Я могу на него посмотреть? Тут, подожди, тут есть какой-то пролет камеры. Это не то. Сейчас я сохранюсь на всякий случай, чтобы не сломать игру. Я знаю, что здесь есть пролет камеры. Но я не знаю, как его активировать. О, это быстрое сохранение. Ага, так, это мне сейчас не нужно. Это быстрая загрузка, тоже не нужно. Блин, не помню, как пролет камеры устраивать. Может, тут чисто можно все понять с пролетом камеры. Но это, если честно, такое себе. Вот зачем мы сюда забираемся? Тут же нету ничего. Абсолютно. Вот она бьется об невидимые. Об невидимые стены. Просто рука расколотая валяется. Но зачем нам сюда? Вот в чем вопрос. Мидас. Это просто какое-то секретное место? Подожди. Да нет. Это не секретное место. Там что-то, значит, должно быть. Но я не понимаю, что. Все, приплыли. Я думал, я разобрался в этой игре. Вряд ли по нему нужно стрелять. Просто как будто там наверх надо забраться. Зачем нам 5 рычагов? Что-то я вообще не могу понять. Вот тут по-любому еще надо подняться наверх. Да-да-да. А ты на него не залезешь? Плохо. Крокодил валяется. Мне бы просто понять, как вообще туда забираются люди. Видишь, там есть проход. То есть там не нужно как-то мучиться, прыгать. Но как туда зайти? Надо подумать. Так. Подожди, если я сделаю вот так.
А, ну мы... Вот он и есть фоторежим, да? Ага. Ну так, отлично, поехали. Поехали. Вот они сидят. Это читы, скажешь ты? А я скажу тебе немножко. Так. Как к вам попасть? Все секреты заберу, все. Ничто не уйдет от моего взора. Водичка. Тут тоже у вас можно тусить. Ребята, да как к вам попасть? Чё за дела? Как у вас здесь оказаться? Вот дырка есть. Вот мы через нее должны пройти. Я тебе отвечаю. Вот, ага. Так, а это что за место вообще? Какой-то здоровый столб. А, так, а вот внизу. А, ну вот, мы должны тут... Ты сквозь стены, ты же двигался как-то сквозь стены. Как мне выбраться отсюда теперь? Ага, вот нам внизу. Это что вообще за места? Я сейчас как-нибудь... Куда-нибудь-то приду. Блять, я заблудился. Так, сбросить камеру, если что есть. Так, смотри, мы поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Угол обзора надо сделать шире. Насколько шире ты его можешь сделать? Вот. Вот. Твою мать, это просто кругаля мы дали. Как здесь оказаться-то? Ой, господи, я чувствую себя голубем. Так, значит, сюда мы еще не можем попасть. А вот, пожалуйста. Целый набор всякого. Фига у вас тут щедро, ребята. Но как сюда попасть? Тут что-то я вообще ничего не пооткрывал в итоге. А, вот он сидит, смотри. Думает, я его не увидел, а я его увидел. То есть тут к вам никак не попадешь. Вот, смотри, пожалуйста, аптечка. Как ее брать? Ну, то есть, как будто я должен вот так вот залезть. Вот сюда прыгнуть я должен. Мышь летучая. Как будто... Вот тут, может, что-то еще есть. Куда мы летим? Хоть весь уровень так просматривай. Ужас. Что это за место? Еще аптечка. Это выход. Прикинь, сейчас пройду игру. Что за... Это знаешь, на что похоже? Юмор! Это... Господи, ты куда? Что за пещеры? Вот мы пришли сюда. Ебануться. Идем от конца, короче, к переду. А вон я. Вон она, справа стою я. И я такой вот так вот. Опа, сюда. О, боже, блять, ты меня напугал. Ты чё, ёбнутый, что ли? Ебать. Ну, Лёва, ты даешь, конечно. Ну да. Ебать, где я? Ага. Все, спасибо, блять. Тут у нас что? Тут секреты какие-то. С одной стороны, это очень удобно, что есть такая штука. Но тут точно должен быть просто секрет какой-то. Это мы где? А, я тебе сказал, что можно наверх залезть. Я тебе говорил, что тут что-то будет лежать. Так. То есть. А что это за комната была с колоннами? Так, это та комната. Сейчас. Ты просто представляешь, насколько здесь дохера всего. Просто, Лара, ты можешь так же быстро лететь, как камера летела? Насколько тут дохера всего? Я вообще не подумал про вот эти колонны. Я бы очень долго ходил и очень долго чтобы что-то искал. Вот, она не достает до них.
Но она достанет до вот этой, по идее. Не достает. Но нам точно на них. А как нам достать? Вот так она тоже хер достанет. Блин, да ну. Ну это точно так должно работать. По-другому это не сработает. Она на другие колонны не залезет. Чуть-чуть ей не хватает. Чуть-чуть. Как так-то? И тут нет таких мест, чтобы она прям запрыгнула на них. Давай. Ты сможешь? Не сможет. Ужас какой. Так, подожди. А что у Мидаса? Поехали. А, это сброс камеры я сделал. Сейчас мы увеличим. Пошли к Мидасу. Это, конечно, все очень интересно и прикольно. Но... Вот сюда мы не можем. И туда не можем. Можем только сюда. И вот мы видели Мидас. И туда нельзя. А что ты от нас хочешь? Длинноногий ты мой друг. Что это место нам дает? Мидас. Может быть, это ответ на какой-то вопрос. Вот рука здесь есть. Может, в эту руку что-то нужно будет положить в итоге. Хер его знает. Слушай, я вообще не понимаю, что нам делать надо. Абсолютно. Короче, я посмотрел. Потому что я не понял, куда мне идти. Я немножко подглядел. И знаешь, что я нашел? Как бы вот эти рычаги, они открывают двери. Я просто не посмотрел, блядь, на двери. Я там все 5 дверей открыл и не посмотрел на них. Которые вот здесь были. Это вообще тогда дичь. Почему я никуда не глянул? Нет, они закрыты. Или нужно по одному как-то выбирать? По одной двери. Просто это, конечно, вполне возможный вариант. Ты поднимаешь сначала одну. Потом поднимаешь сначала другую. Давай мы обратно все поднимем. Просто еще самое что плохое. Не показывают, что ты этим рычагом делаешь. Из-за этого сложно сообразить, что происходит здесь. Да, дверь открылась. Жесть. Хоть бы звук какой-то сделали, что после первой, первого рычага что-то открылось. Ладно, пойдем. Пока, значит, не затупили сильно. Так, я сохраняюсь. Музыка пошла недобрая. Ага. А как же я так должен пропрыгать? Ёб твою мать. Тут аллигатор будет плавать? А их там много плавает. Это крысы. Это не аллигатор, это крысы. Они меня скушают? Они плывут за мной. Крысы плывут за мной. А вы нахер не пойдете, крысы? Как мне выбраться-то отсюда? В чем прикол? Выхода нет. Выхода нет. Окей. Так, давай загрузить. Сейчас все закончится и полетим. Погнали. Есть. 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 Сука. Как так-то? Давай еще раз загрузить. Сейчас мы пройдем. Погнали.
А, нужно наступить было. Так, есть. 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 Опа, нормально. Сейчас сгорим. Сгорим. И умрем. Сгорим и умрем. Просто прыгать в воду от того, что мы горим, это тупо. Все, короче, бежим. Опа, нет времени стоять, получается. Нет времени стоять. Вот так. И вот так. Да, блядь, не долетел. Да что ты будешь делать? Тут нужна именно скорость. Дворец Мидаса. Так, загрузить. Ай, побежали. Так, опа. 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 Давай, давай. Молодец, молодец. Быстрее. Есть. Это какие-то слитки. А, я видел, видел там какой-то такой же слиток наверху. Что-то было такое. Так, значит, мы сейчас сохраняем все, что мы это получили. Молодцы. Теперь, теперь нам куда? Потушись. Достижение. Загоритесь и потушите огонь водой. Это замечательно. Это хорошо, что я заработал достижение. Но как мне выбраться? Вот что немаловажно. Потому что меня кусают крысы. Меня кусают крысы. А выхода нет. Просто действительно нет нигде выхода? Как отсюда выбраться? А, вон лестница, ёб твою мать. Поплыли. Все, что я не посмотрел? Опа, это плохо. Ты что делаешь? Какие перекаты, ты с ума сошла? Так, аптечка, давай вот эту. Нормально, жизней. Все, пойдем отсюда. Сгори, обезьяна, сгори. Сгори, сука. Блять, в воду упал. Обезьяна, ты офигела? Джорджи, иди сюда. Или как тебя там зовут? Это есть такой мультик, то ли игрушка про обезьянку. Она там бананы бегает, собирает. Где ты, падаешь? А, вот он ты. Да, это точно он. Так, значит, мы берем аптечку. Значит, мы сохраняемся. Так, я просто еще боюсь. Мне в комментариях даже писали, подсказывали с горячими клавишами. Но у меня из-за того, что ноутбук... Мне приходится зажимать другие клавиши. И это может очень плохую шутку сыграть со мной. Потому что по умолчанию у меня стоят... Они на другое действие, все эти клавиши. Так, окей, мы взяли один слиток. Что дальше? Значит, ты что делаешь? Совсем с ума сошла? У тебя чувство самосохранения отсутствует или что? Почему ты падаешь, не глядишь под ноги? Я совсем не понимаю. Так, теперь нам сюда, есть, теперь нам вот сюда, есть, что открылось? Где-то что-то должно было открыться. Пофигу. Ты, дверь закрытая, ты тоже закрытая, тут двери нет. Закрыто. Так они все закрыты. Или мне нужен какой-то порядок. А, или опусти вторую просто. И вот забирай и так делай. По одной двери открывать. Она бы хоть говорила. Какие-то подсказки давала. Чтобы было проще. Да почему? Я уже давно, чтобы ты понимал, я уже давно отпустил, а она почему-то бежит. Это очень странная, неудобная система. Она бежит, когда уже не надо бежать. Вот, я отпустил. Видишь, насколько еще пробегает? Давай, опускай. Тут открылось, нет? Нет, все закрыто.
Если я опущу третью, что-то изменится? Нет, все так же закрыто. А если я их подниму? Не, ну это уже какое-то дрочево пошло, максимальное. Нет, все так же закрыто все. Что происходит? Ух. Вот, открылось. А если я вот эту подниму? Что произойдет? Она закрылась. Серьезно? Мне нужно угадывать. Что, блядь? Это же бред. Это же максимальный просто уровень идиотизма. Чё за загадки? А-а-а, блядь, всё, я понял. Вот, открываешь самую левую из пяти. Тут надо было открыть вот эти две. А-а-а. Вот это место паршивое. Хорошо. Я его нашел. Я помню, что-то внизу там было. Потом что-то вверху еще будет. Толкать? Нет, на себя тянуть. Там должно быть что-то полезное. Ой! Ой! А-а-а! Я провалил какую-то эту? Да нет, я ее задвинул обратно. Не понял. Короче, что-то произошло. А, я могу тебя сюда двигать, да? Ага, вот. Так, что здесь? Обои. И что? Что произошло от того, что я это все сделал? Непонятно. Мне кажется, что какие-то колонны просто спустились ниже. Но насколько нам это вообще нужно и насколько это полезно, давай сохранюсь. Фух. И тогда будем смотреть. Так, вот это, конечно, карта долгая получается. И что нам это дало? Куда я спустился вообще? Я должен был пропрыгать поверху? А-а-а, окей. Давай загрузимся. Так, получается, вот здесь. Я поднимаюсь. Это я просто поторопился. Вот, я поднялся. Теперь я сохраняюсь. Ага. Теперь мне нужно куда-то там прыгнуть. Вот сюда. Но это бред какой-то получился. Так, быстрое сохранение. Может быть, это нормально у меня получится. Но она так не допрыгнет. А это слишком высоко для нее. Или нормально? Ой, чуть-чуть не хватает. Давай. Блять. Я не понимаю, что ей нужно сделать. Просто... Так, секунду. Вот смотри, есть вот такой спуск. То есть я, если на него попаду, я сюда, по идее, смогу запрыгнуть. Потом я должен прыгнуть, видимо, сюда. Это же бред. Как мне это сделать? Есть. Погоди. Так, сохраняюсь. Это компас не то. Так, вот так, вот так. Сохранить. Есть.
Наверх мы не пройдем. Максимум, что я могу сделать, это вот это. Получилось. Значит, максимум, что я могу сделать, это вот это. Получилось. Все-таки правильно. Так, сохраняемся. Так, быстрое-быстрое сохранение. Блять. Надо кнопочку запомнить. Кнопочку-то надо бы запомнить. Есть, получилось. Так, секунду. F5. Сохранить. F5, окей. Давай пойдем по F5. Есть. Давай сейчас быстро по максимуму все это пробежим. Чтобы нам нормально тут жилось. Так, смотри. Внизу секрет, где дохера всего. Но я сейчас сначала пойду сюда. Они уже вон ко мне все бегут, всей оравой. Ты вот этого стреляй. Ближайшего дурачка стреляй. Обстреливай, давай. Давай, 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 давай. И вот эту мышь летучую бей. И вот того крокодила. Чтобы неповадно было. Так, нормально. Все нормально, все хорошо. Все получилось как положено. Мы еще вниз спустимся, там шороху наведем. Все будет. Я забываю. F5. Вот так. Оп, оп, оп. Есть. Ну так я точно не перепутаю ничего. С этими F5-ками. Давай, 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 давай. Есть. Что у нас дальше по курсу? Есть какой-то заплыв. Тут мы скатываемся. Ладно, хрен с ним, поплыли. Там по-любому будет какой-нибудь еще крокодил плавать. Да нет, слушай, никого нет. Как бы можно так проплыть, чтобы быстрее было? Ага, вот так. Молодец. Так, мне куда? Что это за место? Я начинаю паниковать, я не понимаю, куда мне идти. Так. Что происходит? А куда мне? Ага, там секретики. А я же залезу туда? А это слишком высоко получается. А-а-а. Это мы сюда только за секретом, получается, зашли. За вещами, да? Ну да, больше тут ничего нет. Окей, надо будет их как-то получить. А, так, мы берем, значит, F5. Все, все по красоте. Сюда. А, как бы так... Вот так, вот так, вот так, вот так. Не понимаю, как, что мы сделали, как так получилось. Это вы будете называть секретом? Теперь, да? Ну, типа секрет. Короче, если есть такой звук, значит секрет. Окей. Сохраняйся. Вот здесь. Все, значит поплыли отсюда. Дальше. Господи, напугали меня эти столбы. А это крокодилы. Так, значит, нам еще тот секрет нужен. И нам нужно спуститься вниз. И внизу будет следующая часть. Как же сложно. Ну, удобно, что я уже тут поковырялся, походил. А, я уже туда не зайду. Так, подожди тогда. Мне нужно загрузиться. Это что, F9? Издалека, да? Блять. Ладно. Сейчас, короче, вот эту мы пройдем. Я на этом, наверное, серию завершу, потому что она уже получается очень долгой. Скорее всего, будет какая-то нарезка. А может быть и нет. Вон они бегают, дурачки, меня ищут.
Так, то есть в ту секретку мне нужно попасть чисто прыжком. Вот так. Тут прям много всего, смотри. О! Так. Есть. Сохраняемся. Вот здесь. Так, а ты вылезешь вообще отсюда? Ага, есть. Есть. Ух. Ух. Есть. Хорошо. Вот еще одна. Бери. Так, дальше мы идем. Куда? Куда? Там еще одна мартышка должна быть. А, это она, видимо, и была. Это она, видимо, и была. Тогда подожди, как мне к другим ребятам попасть? Вот так, да? Вот оно. Ну, это чисто будет вот это дрочево. Кто кого? Кто кого? Замес. Аптечечка. Есть. Теперь мы сохраняемся. Тоже есть. Надеялся, что мы будем по уровню проходить... как его? Видео на уровень, но получилось дольше, чем планировалось. Стреляй, стреляй, стреляй. Без остановки. Все. Так это что-то не то, блядь. А, нам туда еще нужно попасть каким-то образом. А, так. Получается, я сейчас делаю вот сохранение по стариночке. Вот, видишь, она летит. А мне нужно вон туда. Вот так, опа. Есть. Взяли. Вещь. Возьми, пожалуйста. Мы делаем вот так. По-хитрому вот так. Свисли. И пошли дальше. Так, хорошо. И потом нам нужно будет прыгнуть дальше. Блин, жалко, что я, конечно, затупил, бегал. Но с другой стороны, я не тупил. Я куда-то проходил. Но если бы начали с этого, то было бы попроще. Все? Ага, все. Теперь точно все. Сохраняемся. Вот сюда. Теперь мы прыгаем. Ага, есть. Тоже, блин, вот видишь, тут очень здоровые карты получаются. Так. Да, вот здесь я как раз... Вот здесь я как раз был. Вот здесь мы как раз с тобой... Пролетывали. Тут что-то будет, а то темно, не видно ничего. Нет, тут вроде... Во, аптечка есть. Чего ты, поднимайся. А, так. Ой, тихо. Осторожно, осторожно. О, ясно. Я альт. Осторожно возьми. Мы сохранимся на всякий случай. Кончились. Ну, значит, вот так. Слотов-то больше нет. Видимо, они не думали, что я буду тут играть. А мы вообще там пробежим теперь-то? Обратно. А, ну обратно нам нельзя. Окей. Так, тут никуда нельзя, кроме низа. Так, мне главное еще не запутаться. Аккуратно. Аккуратно. Вот тут сейчас еще лев пойдет. Слушай, тут же сейчас еще лев. Так, сюда пошли. Так, мы сейчас теперь... Что за музыка? А, на меня бежит. Ну это все. Я не вижу смысла от него куда-то убегать. Прикол, музычка.
Вот этот вот черт меня и напугал вот здесь. Представляешь, заворачиваешь за угол, а там лев. Надо сохраниться, кстати. А, так, вот здесь. Та-та-та-та-та-та. Я уже даже запутался. Ага, вот. Ага, то есть нам... Вот так, сюда нужно было. Обязательно сюда. Ага. Ой, крокодильчик. Здравствуйте. Я не к вам. Я от вас. Я от вас, крокодильчик. Ой, тихо. Поднимайся. Он вообще здесь? Он там поднялся, не? Ладно, хрен с ним. А, нам точно возвращаться назад. Поэтому F5. О, господи. Как же долго. Но тут уже, по крайней мере, что-то движется. Начало что-то двигаться. Ой. Чуть-чуть не перепутал управление. Вот, нам вот эта штукенция нужна была. И что это вообще такое? Свинцовый слиток. И нам таких слитков нужно, видимо, 5. Лев? А ты не офигел там ходить? Убежал. Вот львы, они такие сыкуны на самом деле. Ой, рычит. Где ты, падаль? Я ж сейчас спущусь. Так, сохраняюсь. Давай спустимся, чтобы это не было сюрпризом для нас. Опа, прям в пасть ему. Ебануться. Он меня сожрал. Вот так сюрприз. Так, значит, он прям над нами. Окей. Как бы нам, значит, вот с этой стороны спуститься? А, иди сюда. Сука. Все? Куда ты убегаешь? Ой, блядь, цикло, иди сюда. Вот так и надо было изначально. Так, вот, надеюсь, что больше никто не придет. На этом моменте мы сохранимся. Продолжим до конца эту миссию долгу проходить. Я не знаю, почему она такая долгая получилась. Видимо, слишком... Но... Опа, лев! Сука! Все, отлично. Вернулся, пришел на шум. Господи, надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего доброго.